Здорово всем! И если кто-то до сих пор не допёр, это я. И свинья. Свинья Эдисон, а я... Эдуардо Перетьян! В общем, у нас здесь жопа, кто не помнит. Едисона гадалка эта цыганья превратила в свинюху. А я притопал обратно в жопостранство спустя год. Меня год здесь не было. Я сюда притопал для того... Хрю-хрю-хрю-хрю. Тихо, там будь на сало, сейчас на шашлык путю. Я, как же, люблю, конечно, сигары, но плеваться ими не очень люблю. Если кто-то не понял, это второй сезон Эдуардо... Перетьяно, вот. Кто рад, ставь лайк, кокос, кто не рад, поцелуй свинюху в задницу. Свинюха, это Эдисон, Эдисон, иди сюда. Господи помилуй, здесь как все заросло, все. Свет у меня, дома есть свет, свинюха, за собой двери закрывать не умеешь? Конечно, не умеешь, у тебя же копыта. Так, свет врубаю, все врубаю. Господи, сейчас мы найдем ингредиенты, сейчас все будет, подожди. Сейчас вот сюда, здесь у меня есть что-то, здесь у меня нет. Только гроб, бухлишка, нет, здесь ничего нет. Сейчас все будет, свинюха, подожди. У меня 100% должны быть ингредиенты от заклинания этой цыганки, чтобы превратить свинюху обратно в человека. Здесь у меня что-то... Здесь точно, там артефакт воды, если кто-то не помнит. Эдисон! Там проблема небольшая, у меня нет ничего. Как хрюка. А вот так я перепутал. Ну ты прикинь, меня год здесь не было, вандалы уже сюда приходили, все, здесь уже разворовали. Зелья вообще никакого нет. Но ты не переживай, что ж, не переживай, Эдисон, не переживай. Я знаю, где живет гадалка. Мы еще к ней пойдем. Точнее, я пойду, а ты здесь. Короче, будешь играть роль собаки. Вот. Охраняй дом, Эдисон. Я пойду, достану зелье превращения тебя обратно в человека. И ты вернешься обратно в свой дом и будешь там защищать его от всяких грабителей. Поэтому нюхай мусорку, охраняй дом. Я потопал. Степа! Степан! Степа! Иди сюда. Куда ты убежал, ядрить колотить? Иди сюда. Не заставляй меня, пожалуйста, рассказывать очередной твой секрет. Я ж знаю. Я все про тебя знаю. Мой дневник просто там находится на тумбочке, мне лень за ним идти. Но я-то знаю про тебя все. Если ты до сих пор не веришь, что Эдуардо Перетьяно, только я самый лучший детектив на этой планете, а не какие там всякие дебилы, которые притворяются нормальными детективами. Фу! Только у меня может быть сигареты из огурца. Запомни это. Финки-баут, мазафакер. В путь, Степан, в путь! Гадалка живет на другом конце города. Степан, включай поворотник, ага. Сейчас налево, Степан, ага. Ага, 20-й дом, 22-й дом, 23-й, 24-й, 25-й, да... Вот! Стоп, припаркуйся! Припаркуйся, Степа, никуда не убегай. Вот этот дом. Это местное поселение, цыганский табор. Здесь все живут. Ты смотри какой, да у них даже дверь золотая в доме стоит. Окна золотые, дверь золотая, ядрить колотить. Мне кажется, у них в гараже Ламборгини какая-то стоит. Конечно, цыгане зажрались так все. Ну почти, да. Здравствуйте. Наворовали, да? Здравствуй, дорогой. Здравствуй. Наворовали, да? Ты смотри, сколько лошадей наворовали. Купи помидоры свежие. Какие помидоры свежие? Подожди, закрой. Кого? Какие помидоры? Мне не нужны помидоры. Забери свои помидоры. Забери помидоры. Короче, цыгань... Купи рыбку. Какую рыбку? Мне только что словил. Свежая, говоришь, свежая рыбка, только что в океане плавала, да, свежая, ну, я как бы, лосось, свежая, чувствую свежая, но мне рыбка не нужна, забери рыбку, я, короче, пришел, Абдулай Ахметова здесь живет, в этом доме Абдулай Ахметова живет, я-то рыбка, да иди ты в сраку со своей рыбкой, Абдулаю Ахметову, не нужна мне твоя рыбка, здесь живет Абдулая, я-то с ней знаком. Не здесь она живет. Мы сейчас все проверим. Не здесь она живет. Степа, охраняй территорию.
Ля какой, ты смотри, иди, цыган, цыган, иди сюда, иди сюда. Подошел, подойди, миленький. Ай, ты смотри, что делает. Ты... Слушай, вы здесь шикуете, да, как я вижу? В бассейн у вас здесь купаетесь, здесь гамаки всякие, гриль, да, чекуем. Не чекуешь, не чеку, а шикуешь, шик, шик, дебил. Он там не тонет случайно, ты посмотри. Мне все нормально, купи пирог яблочный. Слушай, ты барыга местный, там я в одно место, я не пришел здесь покупать твои пироги, я за Абдулай пришел, понимаешь, старая моя знакомая. Абдулай, идите в сам. Абдулай! Любовь всей моей жизни, подойди, обними старика Эдуардо Перетьяно, подойди, Абдулай. Сколько мы с тобой не виделись, в 98-м вроде, да, последний раз? Эдуардо, Абдулай, сколько лет, сколько зим прошло. А ты все так же хороша, как раньше. Цветочек ты мой, алой розы. Что тебе надо, дорогой? Абдулая, я помню, мы с тобой разошлись на хорошей ноте, да? На очень хорошей. Помнишь ту ночь? Помнишь? Казахстан. 13 февраля. Холодрыга жопа мерзнет. А мы с тобой на крыше сидим. Курим огурец. За жопу тебя щипнул, пощечину мне влепило, а я тебя засосал, помнишь, Абдулая? Это после того, как ты превратила меня в это, в свинью. А, нет. А это не ты была? Перепутала, походу, наверное, какая-то другая Абдулая была. Абдулая, мне поступила информация, у меня... Не, убери свой пирог, мне не нужен твой пирог. Включите свет, что-то у вас темно здесь. Слышишь, барыган, не торгуйся со мной, пожалуйста. Абдулая, поступила информация. Ты моего брательника в свинью превратила. Это твоих рук дело, потому что я уверен, только ты черной магией занимаешься, только ты всевластна над ней. Не моих рук, дорогой. Ага, наверное, вот этот цыганчук, да, превратил ее, да, который барыжит всякими пирогами и лососями. Дай ручку позолочу. Не надо мне ручку золотить, я не хочу с тобой проблем никаких иметь. Дай зелье, превращение обратно в человека, и я свалю отсюда. И шикуйте, чекуйте здесь, цыган... Здрасте, я с вами забыл поздороваться. Нет зелья, милый. Ты в прошлый раз говорил, что у тебя зелья нет. Слушай, ладно. Я сейчас сам найду это зелье. Ой, извините. Да. Дорогой, я вижу, у тебя сигара. Купи морковку. А сколько стоит? Это вообще не морковка, это персик, дебил. Ты если барыжишь чем-то, хотя бы знай, что торгуешь. Это персик. Поскольку персик? Килограмм. 300 евро килограмм, да почка твоя дешевле стоит. Иди со своим персиком, забери этот персик. Какие 300 евро килограмм? Золотые персики, что ли? Абдулая и позолотила. Иди нафиг. Абдулая, я пойду на второй этаж, там проверю. У меня есть ордер на обыск. Я пойду, Абдулая. Не-не-не-не, ты меня не сможешь говорить. Проклятие там. Проклятие здесь, в вашем доме. Вы вообще все проклятие в этом городе. Цыгане самое большое проклятие. Я пойду проверю, что у тебя там есть. Ты ля смотри. Бильярд. Шары. Настольный футбол. Золотые часы. Будет вечный запор у тебя. А ты откуда знаешь? У меня с детства вечный запор. А, это типа проклятие, вечный запор? Значит, я с детства проклят, запор там. Слушай, иди нафиг со своим, братец, фруктики свежие, только собирал, купи, братец. Абдулая, скажи ему по-цыгански, а чтобы отстал от меня, я сюда не барыжить пришел. Он понимает то, что я его в любую секунду засудить могу, я его просто в тюрягу посажу на... Продавай, милый. Вы меня, наверное, неправильно понимаете. No, not. Don't need your fucking fruits, your fucking trading man, fuck yourself, go fuck the seeker people. Эдуардо, уходи. Я уйду, Абдулая, только тогда, когда найду зелья. Зелья найду, сразу уйду. Так, хорошо, что у вас здесь? Вот оно что. Не хочешь ничего покупать, уходи, братец. Здесь тебе не место. Так вот-то в чем дело, дорогие мои. Контрабандой, значит, занимаетесь. Ты ля смотри, что своровали.
Ля, посмотри, персики, груши, кукурузы. Уйди по-хорошему. По-хорошему, Абдулая. Всю эту контрабанду, весь этот черный рынок, пока не превращу свинью опять. Второй раз ты такой трюк не сможешь повторить, Абдулая. Я подготовился, не сможешь ты меня в свинью превратить. Ща я зелье найду, после зелья конфискую все к чертовой бабушке, что у вас здесь есть. Креветки, мидии, крабы, раки, лососи. Прощайтесь, это все палево, это все контрабанда. Все, накрываю ваш бизнес медным тазиком. Все, а вот это, а что это? Вы в курсе, что это не соль? И даже не порошок? И даже не мука? Вы что, наркотой здесь барыжите? А? Вот значит что. Убрал багеты! Убрал багеты! Багеты убрал! Убрал багеты! Не люблю багеты! Убери багеты с русским языком! Убрал багеты! Не люблю багеты! Убрал... Еще раз достанешь багеты, в жопу засуну. Сразу 3 штуки. Предупреждаю. Так, ладно, а здесь на что? Дай угадаю с первого раза, ага. Не входи, войду. Не жирно ли вам, мадам Абдулая? Да, это золото всех детей Африки прокормить можно. Слушай, сколько здесь килограмм? Проклятие на тебе будет, вечный понос. А, ну так смотри, сначала было проклятие запор, а сейчас понос. Значит, про понос... Давай мы лучше на такие темы вообще разговаривать не буду. Меня там вообще-то как бы дети смотрят, да, некоторые. Вот, поэтому и может неприятно слушать про понос, запор. Извините, как бы... Абдулая, все Абдулая. Ладно. Значит, в каждом ящике у вас куча... Оно проклято, да? Золото проклято, поэтому все в вашем доме, да? Здесь килограмм 100 так золота. Ясно, ясно. Ладно, опа. Братец, купи морковку, вкусная, свежая, конфетка просто. Так, куда тебе выстрелить, а? Может, в коленку? А может, в левый сосок? Выбирай. Вот, молодец, понял намек. Все, Абдулая, ладно, пропустим. Да я открою. Уйди, я не уйду. Ты знаешь, что я просто так не сдаюсь. Уйди! Уйди, или посажу тебя в тюрягу на 30 лет. Уйди с моей дороги, Абдулая. Дорогой, уйди или убью. А ты попробуй. Прокляну тебя в курицу. А ты попробуй. Абракадабра. Хухры-мухры. Проклинаю в курицу. Вечное проклятие, Эдуардо. Заклинал куст. Отражалкус! Где мое зеркало? Отражалкус, заклиналкус! Здорово, Абдулая! Тебя тоже, с тобой тоже что-то сделать? Еще раз я тебя увижу, прострелю тебе твое самое дорогое место. Чтоб через 3 секунды тебя здесь не было. 3! Абдулая, ты смотри, ля какая красавица, ля какая красивая. А ты что думала, что Эдуардо Перетьяно за 20 лет не научился твои шайтан всякие трюки? Да, я отразил твое же заклинание на тебе, Дуримонда. Опа, ну вот видите, естественно, здесь у нас и трупаки, здесь у нас и расчлененка, здесь у нас и скелеты, ага. Так, мне нужно, где у нее? А, вот. Ингредиенты для заклинания. Слеза девственницы. О, нормально. Дальше. Пупок Годзиллы. Откуда у нее пупок Годзиллы, я не знаю. Ну ладно. Дальше. Мозг хейтера. Тоже верно. Сгнивший, видите, какой мозг у хейтера. Волос тушканчика. Сойдет, хорошо. Яйцо динозавра. Ага. И шкура продажная. Ну тоже нормально. А, и 100 рублей, конечно же. Так, хорошо. Все! Так, ну нормально все, но справились, можно и домой потопать. Абдулая, хорошей тебе жизни, не хворай, не болей, неси хорошие вкусные яички, передавай привет барыге своей, ага, удачи тебе, давай. Барыга, наверное, смотался, да, я его больше никогда в жизни не увижу.
Барыга! Я тебе хотел вопрос всей жизни задать. К сожалению, я тебя не увижу больше, поэтому... А, вот ты где. Брат, да, брат, можно вопрос задать. Брат, купи. Слушай, давай по скидке. 100 рублей дам, ты мне ящик яблок. По рукам? 100 рублей. 100 евро? А давай, может, сделаем так. Не 100 евро, а все же 100 рублей, но зато я тебе пулю в лоб не всажу. А? Как тебе такое предложение? По рукам все же? Или все же давай 100 евро, но плюс пуля в лоб? По рукам. Вот видишь, вот мы с тобой и поторговались. Чтоб через 3 секунды я тебя здесь не видел. А яблоки-то верни, скотина, ты продажная! Ты... Иди сюда! Ты... Ты яблоки не... Фу! Вот я и 100 рублей просрал. Он яблоки-то забрал и... Степан! Развлекаешься, небось? Надо сваливать с этого проклятого места, ей-богу. Все, потопали отсюда, Степа. Нам предстоит долгая дорога домой. Поэтому... Эдисона обратно в человека я смогу превратить только в следующей серии. Да еще плюс к тому, то, что зелье-то варить нужно очень долго, а времени на самом деле нет. Поэтому, если ты хочешь, чтобы новая серия Эдуарда Перетяна вышла, да хоть завтра! Влепила я кукос. Ну или пуля в лоб. Твой выбор. Я с тобой буду прощаться. Спасибо тебе огромное за просмотр. Подписывайся на канал, чтобы не разочаровывать ни меня, ни Степана. А я не расскажу твоим друзьям твой самый главный секрет. Да-да, тот самый. Да, которого ты очень стыдишься и не хочешь, чтобы его кто-то знал. Подписывайся на канал. Всем удачи и всем. Чао, бамбино, мадмуазели и сеньоры.